Самый сильный приворот на любовь – приворот на церковные свечи. Приворот на любовь – читать на скрученные свечи. Самый сильный приворот содержит магия на любовь. Это обряд на скрученные вместе церковные свечи, при котором нужно читать приворот на любовь. Называется этот сильнейший приворот «Черное венчание», а обряд самостоятельно выполняется на скрученные свечи, купленные в церкви. Это бинарный приворот мгновенного действия. Снять такой приворот практически нельзя. Сделать этот могут только настоящие сильные маги и колдуны, которые знают тайны черной магии и черных приворотов. А такие единицы. Не рекомендуется делать любовную привязку к себе любимого человека с помощью черной магии, если ваши чувства к нему не настолько крепки и вы хоть на немного сомневаетесь, отвечая себе на вопрос, готовы ли с ним прожить вместе всю жизнь. Приворот на яркую любовь делается на скрученные церковные свечи. Почти все ведьмы и колдуны называют приворот на скрученные свечи «святые вместе». Черное венчание. В пятницу нужно купить в церкви две церковные свечи одного цвета и размера. Лучше всего брать самые дешевые и тонкие, с ними легче работать во время приворотного обряда. Приворот на церковные свечи можно читать в любой день недели и на любой фазе луны. Сильный приворот на любовь одинаково эффективны и на полнолуние, и на убывающую или на растущую луну. Чтобы свить свечи вместе, их нужно немного разогреть, подержав в своих руках и подпитав их своей энергетикой. В момент, когда начнете скручивать свечи, вместе говорите текст приворотного заклинания. Как эти свечи свиты вместе, так и мы с тобой. Свои имена будем свиты. Аминь. Когда свечи скручены вместе, зажгите их перед иконой Иисуса Христа, сказав текст приворот на любовь. Не свечки сжигаю, а душу и сердце раба Божия имя. По мне раба Божие имя навсегда. Аминь. На этом приворот на скрученные церковные свечи не окончен. Продолжается магический обряд на любовь еще 3 дня подряд. Прочитав приворот на свечи, пламя свечей гасится только пальцами. И на следующий день зажигаются снова с повторением приворота. По истечению 3 дней обряд считается оконченным. И остатки скрученных церковных свечей нужно убрать у себя дома в укромное место. Человек, на которого делали приворот, может начать проявлять к вам знаки внимания уже с первого дня, когда вы начали читать приворот на любовь. Но приворотный обряд с свечами нужно довести до конца. Друзья, ставьте лайк, кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Также переходите в Telegram, ссылки будут в описании, так как в Российской Федерации хотят ограничить YouTube. Всем удачи, пока-пока.